Джава был пещерным человеком, жившим во времена до появления настоящей цивилизации более 60 тысяч лет назад. Известный охотник и лидер, он имел несчастье родиться неандертальцем в эпоху, когда Homo sapiens был на подъеме. Когда его народ все дальше и дальше оттеснялся пришельцами к окраинам пригодных для жизни земель, его племя подверглось нападению стаи волков. Понимая, что их слишком много, чтобы сражаться, Джава пожертвовал собой, уничтожив льдину, на которой стояли волки, погрузив себя и стаю в ледяную реку. Тысячи лет спустя тело Джавы было найдено во льду и над ним проводились эксперименты. Успешно возрожденный и улучшенный до уровня человеческого интеллекта компанией StagG Enterprises, Джава стал главой службы безопасности корпорации.